Электроды на глазах, теплое одеяло и звуки природы из магнитофона. Так выглядит электросон. Это не новая услуга модных спа-центров, а стандартная процедура при лечении невроза, пограничных и депрессивных состояний. Стресс и невроз – главные психические заболевания современного человека. В народе к лечению душевных расстройств все еще относятся с подозрением. К счастью, предвзятость к психиатрии постепенно сходит на нет. Если раньше мы часто сталкивались с таким, ой, вы знаете, я боюсь, я не пойду, то сейчас я этого практически не вижу. То есть люди меняются, меняются их мышление, меняется их менталитет, и это радует. В больнице все условия для того, чтобы устроить себе детокс и быстро вернуть здоровый дух. В процедурных пациенты медитируют под тихую, умиротворяющую музыку, занимаются лечебной гимнастикой и арт-терапией. Врачи не рекомендуют пытаться лечиться самостоятельно и просят не бояться обращаться за помощью к специалистам. Самый первый совет, как себе помочь, ни в коем случае не заниматься самолечением. Сейчас в многих поликлиниках открыты кабинеты медико-психологического консультирования. В поликлиниках в обычных, не нашего профиля. И туда может, в принципе, обратиться любой человек за помощью. Там работают квалифицированные медицинские психологи. Койки в палатах корпуса никогда не пустуют. Сейчас в областной психоневрологической больнице наблюдаются порядка 125 тысяч южноуральцев. Больше половины из них – пациенты отделения неврозов и пограничных состояний. Венера Каримова, Елизавета Лебедева, Артур Фазлеев, 31 канал.